Физкульт, привет! В эфире НТВ очередной выпуск информационно-аналитической программы о спорте «Хет-трик». И сегодня будет очень позитивная передача. Во-первых, у нас новая заставка и новая графика. Во-вторых, большинство новостей, с которыми мы вас познакомим в первом периоде нашей передачи, позитивные. Ну а в-третьих, во втором отделении ждем в гости тренера, с которым мы уже давно хотим познакомиться. Увидеть, так сказать, воочию. Моим собеседником сегодня станет новый главный тренер нового волейбольного клуба «Нижний Новгород» Александр Владимирович Климкин. Ждем с нетерпением, ну а в ожидании встречи уже заявленный блок новостей. Ну и начнем с хоккея. Нижегородская «Торпеда» буквально оккупировала третью строчку турнирной таблицы Западной конференции. На данный момент команда Петериса Скудры провела уже 10 игр в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В активе нижегородцев сейчас 20 очков. И от лидера Запада ЦСКА мы отстаем всего на 3 очка. Неплохой показатель. Одним из залогов этого промежуточного успеха стала победа в домашнем матче против «Трактора». Эту игру, я напомню, телерадиокомпания ННТВ показала в прямом эфире. Дубль Сергея Костицына и первый в сезоне сухарь Ильи Проскурякова. Вот краткий итог очередного матча регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. «Торпеда» на арене Нагорного принимала «Трактор», и эта встреча для челябинцев ознаменовалась серьезной потерей. В одном из моментов за 2,5 минуты до первого перерыва Павел Францоус получил травму, и голкипера гостей увезли с арены на каталке скорой помощи. Отметим, что во многом благодаря игре Францоуза торпедовцы до этого инцидента не смогли распечатать ворота «Трактора». Зато во втором периоде автозаводцы порадовали сразу двумя голами. На 24-й минуте встречи Сергей Костицын удачно сыграл на добивании, когда Василий Демченко остался без своей гитары. Так называют свою клюшку вратари. А уже 2 минуты спустя отличился Владимир Галузин, который сбил паутинку из девятки ворот. В дальнейшем челябинцы усилили напор на «Торпедо», но нижегородцы отлично оборонялись. Причем в меньшинстве это получалось порой лучше, чем при равных составах. Так, в одном из моментов бело-синие при игре 4-5 даже огрызнулись контратакой. В общем, хозяева льда выстояли, а за минуту до финальной сирены и вовсе поставили жирную точку. Сергей Костицын поразил пустую рамку ворот «Трактора». 3-0. Кстати, о турнирном положении и отставании от лидера. Оно, вот это самое отставание, могло бы быть и меньше, если бы не осечка в Подольске. Там «Торпеда» встречалась с «Витязем». Не хватает остроты, и «Торпеда» уже не то. Пожалуй, это были самые частые комментарии среди болельщиков по итогам матча против подмосковного «Витязя». Автозаводцы на выезде в 2 раза перебросали соперника, но шайба никак не хотела идти за спину Хари Сятери. Вовсю старался и наш страж ворот Иван Лисутин, который еще в прошлом сезоне стоял в рамке «Витязя». На этот раз он отразил почти все броски бывших одноклубников, но об этом позже. А пока по игре. Примерно неделю назад эти соперники встречались в Нижнем Новгороде, и за это время в рисунке игры ничего не поменялось. Ключи к обороне друг друга так и не нашлись. Именно игра в защите, пожалуй, стала главной составляющей этого матча. Так, в первом периоде имел место только один реально опасный момент, когда сразу 3 хоккеиста в красной форме убежали против 1 игрока в бело-синем свитере. Тогда на высоте отработал Лисутин. Старался он и дальше, а вот нападение, и это наблюдается в последнее время все чаще, катастрофически разбазаривало момент за моментом. Особо плохо дела шли при численном превосходстве. В итоге в основное время голов так и не случилось, и игра перешла в овертайм. Там, на 2-й минуте, Вадим Хамицкий совершенно неоправданно нарушил правила и отправился на скамейку штрафников. Но автозаводцы в меньшинстве выстояли, и уже все морально стали готовиться к буллитам. Но среди «Витязей» нашелся тот, кто не хотел доводить дело до серии бросков. И за 30 секунд до конца дополнительного периода Тему Эронин опустил занавес. 1-0. Хороший матч, живой. Игра понравилась, активно играли, много бросили, не забили. Конечно, должны забивать пустые ворота, 2 раза не забили. Здорово сыграл вратарь. А ребят молодцы, здорово отыграли. Хороший матч, мне игра понравилась. Игра-то может и нравится, но вот забиваем мы в последнее время катастрофически мало. А уж про игру в большинстве – это вообще отдельный разговор. Вот и в Тольятти торпедовцы 10 раз оказывались в большинстве, но в графе забитых при численном преимуществе снова баранка. Ладно, хоть с игры отличились, и, кстати, отличились весьма эффектно.
Старые знакомые встретились на Тольяттинском льду. За местную «Ладу» сейчас выступает целая рота бывших игроков «Торпедо». И одним из самых заметных здесь стал Иван Касутин. Нижегородцы долгое время не могли подобрать ключик к его воротам. А на 13-й минуте на пути шайбы встала тольяттинская штанга. В этом матче большую часть времени вообще доминировали бело-синие. Но на 34-й минуте «Лада» поймала торпедовцев на контратаке. И на острие этого спурта оказался Алексей Волгин, который открыл счет в этой встрече. Впрочем, хозяева площадки недолго радовались этому успеху. Гости восстановили статус-кво уже через 47 секунд. В этом моменте на отскок удачно выкатился Карл Клинберг. И для него эта шайба стала уже пятой, которую он забил в свитере «Торпедо». Ну а под занавес второго периода свою порцию аплодисментов заработал другой легионер нижегородцев. Линус Видель просто издевательски прокатился через всю площадку. Обыграл при этом всю пятерку «Лады», и до гола ему не хватило всего несколько сантиметров. Но здесь нам помогли тольяттинские защитники. Они выбросили шайбу прямо на клюшку Владимиру Галузину. И этот гол в итоге стал победным. Хотя в третьем периоде торпедовцам пришлось не сладко. И хозяева площадки неоднократно были близки к тому, чтобы сравнять счет. Третий период нам пришлось терпеть удаление. Противник добавил чуток, и у нас пошли пару удалений. И хорошо, что ребята здорово сыграли в меньшинстве. Троем особенно ребятам спасибо за самоотдачу, за концентрацию. Очень важная победа для нас. Идем вперед. А впереди у «Торпедо» еще два выездных матча. В пятницу 18 сентября сыграем в столице зимней Олимпиады против Сочи. Этот матч телерадиокомпания НТВ покажет в прямом эфире. Начало трансляции в 19:30. Потом предстоит переезд в Ярославль для воскресного матча против «Локомотива». А уже в среду, 23 сентября, выйдем на лед Нагорного в матче против «Автомобилиста». В течение последних 7 дней много новостей пришло с футбольных полей. Причем одной «Волгой» в данном случае не ограничилось. Суперматч прошел в Дзержинске. В Кубке России встречались соперники с разницей в классе в 3 лиги. «Шахтер» Пешелань против ярославского «Локомотива». Александр Быков расскажет подробности этого уже, к сожалению, исторического матча. В самом начале матча «Шинник» открывает счет. Все логично. Команда второго эшелона российского футбола забивает команде пятого. К тому же в составе гостей, например, играет Александр Павленко. Тот самый спартаковец, который еще Марселю победный мяч забивал. Но потом Андрей Плаксин выпускает на замену Алексея Заболотного. И форвард пешеланцев тут же сравнивает счет. Кстати, в этом эпизоде арбитр сначала назначает пенальти и показывает ярославскому игроку красную карточку. Но после совещания с Ланцманом отменяет ее и засчитывает гол. Еще до нарушения мяч пересек линию ворот. В начале второго тайма Заболотный оформляет дубль. Шинник просто садится на ворота «Шахтера», и хозяева приводят себе пенальти. Шинник сравнивает счет. Матч катится к дополнительному времени, и арбитр назначает еще один 11-метровый. И вот дополнительное время. Кажется, на трибунах вся Пешелань собралась, весь поселок. Послушайте, ну чем не Энфилд? На 119-й минуте Шинник все-таки забивает победный гол 2-3. И все будут говорить, что это везение. Вдумайтесь, в матче между командами с разницей в 3 лиги все решило везение. А тренер ярославцев после матча зайдет еще и в раздевалку «Шахтера». Сказал, что сегодня выиграли мы, а футболисты и герои вы. Кстати, в команде рассказали, что тот самый президент «Шахтера» Виктор Лавров как-то раз в задумчивости сказал: «А Кубань-то сейчас слабая». То есть Шинником ограничиваться не собирались. Именно на краснодарский клуб выходит победитель этого матча. И для того, чтобы победителем стал именно «Шахтер», не хватило совсем чуть-чуть. Это потрясающий результат. Пройти две стадии, и в третьей пропустить в дополнительное время и чуть-чуть не дойти, не привести сюда премьер-лигу, это, конечно же, прекрасный результат. Действительно, это здорово. Это была славная охота. К сожалению, следующее может и не состояться по причинам, далеким от футбольных схем и мастерства футболистов. В Кубке России, я думаю, что этот наш последний был заход для РФС, наверное, так скажем. Мы уже стали, наверное, какой-то черным пятном, потому что все-таки всем понятно, да, там, скажем, пока не будет изменений на стадионе. Естественно, пока не будет сертификации, пока не будет в реестре стадион, естественно, нас просто допускать больше не будут.
Сюжета матча между «Шахтером» и «Шинником» – это лишь малая часть развернутого репортажа нашего футбольного эксперта Александра Быкова. В пятницу 18 сентября на ННТВ возвращается информационная программа «Итоги недели». И вот там Александр Быков катком пройдется по РФС. Расскажет и почему матч из Пешилани перенесли в Дзержинск. И в каких условиях там тренируются футболисты. А самое интересное – это сами игроки. Лично я нашел большое сходство со сборной Люксембурга. Но это все будет в пятницу, а сейчас в продолжении темы еще об одном матче, на этот раз победном. Нижегородская «Волга» порадовала своих болельщиков очередной победой. Команда Андрея Талалаева на домашнем газоне стадиона «Локомотив» с минимальным счетом переиграла «Воронежский факел». И здесь снова волжанам пришлось играть без своих главных звезд. Леандр и Саркисов по-прежнему травмированы. Отсутствие таких футболистов, конечно, не может не сказаться на игре. Может, поэтому в первом тайме моментов немного. Можно разве что удар Гарбуза со штрафного вспомнить. В итоге «Стандарт» все и решил. Во втором тайме все тот же Гарбуз подал с углового, и Артем Пасько переправил мяч. Ворота 1-0. Конкретно игроки, которые отвечали, было дано задание конкретно при стандартном положении. Мы прекрасно изучили команду «Волгу» и знали, что два центральных защитника, которые очень прилично головой играют, и Пасько, и Буйвол, и было дано задание. Но, к великому сожалению, почему-то у нас два игрока поменялись по позициям. В таких играх часто выигрывает тот, кто забивает первым. Так произошло и на этот раз. Для надежности в концовке Андрей Талалаев укрепил оборону Россеном Колевым. Я очень удовлетворен результатом из-за того, что он ковался коллективными усилиями. Я думаю, что тренерский штаб тоже здесь приложил руку. Мы, в принципе, планировали, как будет играть Воронеж. Понимали, что в концовке нас ждет игра с двумя столбами в атаке у них. Моделировали игру с тремя нашими центральными большими полузащитниками, и они прекрасно справились. 1-0. Победа «Волги». Нижегородцы по-прежнему занимают третью строчку в турнирной таблице. Следующий матч на выезде против «Байкала». Ну а потом матч на Кубок России. В Нижний Новгород приезжает девятикратный чемпион страны московский «Спартак». В заключение новостного блока о новом спортивном объединении, которое появилось в нашем городе. Сразу три клуба теперь будут выступать под одним брендом – Нижний Новгород. По этому поводу прошла пресс-конференция, на которой министр спорта и представители команд объяснили, зачем, почему и для чего это сделано. И изменения в первую очередь здесь коснутся нижегородской мужской волейбольной команды, которую больше не называют «Губерния». Новый логотип, новое название, новая команда. Так привычно нижегородским болельщикам волейбольная команда «Губерния» покинула спортивную арену. Но место это пустовать не будет. Сразу три клуба объединяются в одну систему с общим названием «Нижний Новгород». Именно так теперь будем величать новоиспеченную мужскую команду по волейболу. В систему войдет и женская команда. Она теперь будет называться «Спарта Нижний Новгород». Но не могут девушки разом расстаться с привычным им именем. Поэтому отучать от «Спарты» болельщиков будут постепенно. Заметим, что спортивная составляющая останется в ведении клубов, а вот финансово-экономическим лайнером будет рулить баскетбольный клуб «Нижний Новгород». Готовы весь свой опыт распространить на волейбол в плане управления как спортивной составляющей, так и организационной, финансовой, экономической, юридической. Теперь мы одна семья. Идея такая интересная, на самом деле, наверное, трудности нас впереди ждут, в любом случае. Но не мы первые, как говорится, надеюсь, не мы последние, кто продвигает такие более современные идеи в спорт. Подобных примеров объединения нескольких клубов из разных видов спорта под одним брендом в мировой практике очень много. В Нижнем Новгороде из зарубежного опыта хотят взять лучшее и построить свою систему. Так, например, будет легче расплатиться с долгами губернии. Ну а пока это нововведение коснется только волейбола и баскетбола. Ну а как же футбол? Это был первый вопрос от журналистов к министру спорта. Неподъемная ноша. Скажем так, но мы имеем в уме, скажем, футбольный клуб, но на сегодняшний день это более дружественные
клубы, виды спорта, скажем так, баскетбол, волейбол, есть много общего. А все-таки в нашем регионе хоккей и футбол выбиваются из общего числа видов спорта. Они также являются у нас политическими. Поэтому попытаемся сделать то, что мы можем сделать на объединении трех клубов, двух видов спорта, трех клубов. И если эта идея приживется и будет иметь хорошие последствия, будем рассматривать футбольный клуб. А пока смотреть будем только на баскетбол и волейбол. И если с оранжевым мячом все ясно, руководство БКНН уже на протяжении нескольких сезонов доказало свой высокий профессионализм, то как повлияет это объединение на волейбольные успехи, сказать пока сложно. Все покажет сезон, а он стартует уже 7 ноября. На этом первый период нашего хит-трика заканчивается. Сейчас будет небольшой тайм-аут, а сразу после него будут настоящие смотрины. Гостем студии станет новый главный тренер новой волейбольной команды Нижний Новгород Александр Владимирович Климкин. Так что не переключайтесь, мы скоро вернемся. Еще раз здравствуйте. На канале НТВ продолжается информационно-аналитическая программа о спорте «Хет-трик». И во втором периоде будем говорить исключительно о волейболе. И у нас в гостях новый главный тренер новой волейбольной команды «Нижний Новгород» Александр Климкин. Здравствуйте, Александр Владимирович. Ну, как игрок, вы трехкратный чемпион России в составе ЦСКА и, по-моему, «Локомотив Белогорье», да? Правильно. Да. В качестве тренера вы поработали в сборной России с Владимиром Алекно на Лондонской Олимпиаде, с Воронковым на матчах чемпионата мира. Ну, а вот в Суперлиге, насколько я знаю, вам не приходилось рулить. И как же так, вот в прошлом сезоне вы выводите команду «Нова» в Суперлигу, но, тем не менее, идете в губернию. Ведь удобнее, наверное, было со своей командой остаться. Как так случилось? Ну, скажем так, я немножко отдалюсь, конечно, от волейбола. У меня там получились личные обстоятельства с начальством. Вот. Ну и в это же время мне Дмитрий Фомин предложил поработать в губернии. Вот Дмитрий Фомин – это новый тренер волейбольного клуба «Нижний Новгород». Нет, новый директор, извините. Новый директор, да, новый прощения. Директор. Дмитрия знаю давно, конечно, ему я полностью доверяю. И тем более, как он сказал, что при поддержке министра спорта здесь создается новая команда. Для меня это было интересно. Ну, как раз вот для нас это так неожиданно, несколько можно сказать, что нас объединяет волейбол и баскетбол. Будет единый спортивный клуб «Нижний Новгород», единый бренд, женский волейбол, мужской там. А вот на ваш взгляд, это в плюс или все-таки хотелось бы абсолютно самостоятельно работать, а не в этом объединении? Ну, знаете, я думаю, что не мне об этом судить. Мое мнение, конечно, думаю, что каждый клуб должен существовать по-своему. Вот, но... Если это будет удобно всем, я имею в виду и Министерству спорта, и спонсорам, я думаю, никаких проблем не будет. Ну, по крайней мере, вот накануне на пресс-конференции как раз по этому вопросу, по вопросу объединения клубов, заявили, что спортивная составляющая, она как раз останется за клубами, и объединение будет заниматься больше экономическими, юридическими вопросами. Ну, все равно, вернемся в волейбол. Добро пожаловать в Нижний Новгород, и как в город, и как в команду, которая теперь будет называться. Как раз вот о команде, о волейболе, по сути, с нуля все начинается. Вот это, опять же, плюс или минус для вас? Под себя команду набрали, потому что тот же Фомин на пресс-конференции заявил, что он собирал команду вокруг одного единственного распасовщика. Или все-таки вы собирали, вы принимали участие в этом процессе? Ну, я принимал участие только по телефону, потому что я находился в штабе сборной команды. Конечно, мы обсуждали те или иные кандидатуры, но, как вы сказали, действительно, команда новая, все игроки новые. Насколько я знаю, из молодежного состава клуба осталось только 4 игрока, остальные всех собирали по разным командам.
Ну, так это с нуля начинать, это, наверное, всегда очень сложно. Или наоборот, вам как тренеру это интересно, это как вызов такой? Ну, мне не привыкать. Я новый уже 2 года подряд собирал также по телефону, без помощи. И, в принципе, у нас там все получилось. И каждый год это была новая команда. И к тому же вы ее вывели в Суперлигу. Мы будем в новом сезоне смотреть за ее игрой. А если возвращаться к нашей команде, к Нижнему Новгороду, вот в Ярославле прошел впервые такой предсезонный турнир, Кубок Победы, если не ошибаюсь, назывался. Да. Не столько о результатах, сколько о необходимости такого кубка. Ведь там была хитрость в том, что можно было заявлять кого угодно. Да, действительно, никаких лицензий не требуется. Но это огромный плюс не только для нас, но и для всех клубов. Можно заявить любого игрока и посмотреть его в деле. Что, в принципе, все команды занимаются, чем занимаются. Для нас это был, скажем так, спарринговые матчи это были. Мы просмотрели молодых игроков, просмотрели новых людей, которые пришли сюда. И уже будем из этого составлять команду. Ну, какие-то первые выводы уже можно сделать по команде? Вот, костяк уже есть, уже увидели? Или еще придется поработать, еще у нас какие-то свободные позиции есть? Ну, костяк действительно уже есть, но хотелось бы, это, конечно, больше финансовая сторона, я думаю, хотелось бы еще подобрать 2-3 игроков. Ну, насколько я знаю, из-за, ну, скажем так, грехов команды, чье имя нельзя произносить, я имею в виду Губерни, нам закрыли трансфер, а ведь строили как раз, возвращаясь к разговору о Денисе Петрове. На иностранца. Ну, сейчас этот вопрос, насколько я знаю, решается. И, ну, если нам не разрешат заявить Дениса, думаю, что нам, конечно, будет тяжело. Очень тяжело. Это опытный связующий. Действительно, не из-за него и вокруг него собирали команду, да, но он очень помогает. Угу. Очень помогает, как связка, как игрок на площадке. Самый лучший, скажем так. Вот. И без него будет очень тяжело. Я вот даже не в курсе, а на Кубке Победы он играл с нами? Конечно, он постоянно участвовал. Никаких лицензий не нужно, да, сейчас. Поэтому... Сейчас ничего не надо, да. Поэтому мы проверяли и Дениса, и второго связующего нашего, Артема. И проверили молодежь. Насколько я знаю, в заключительном матче, вот первого вот как раз этого этапа, вы в заключительной партии молодежь выпустили? Да, единственную игру, которую мы там проиграли, это 2-3 Ленобласти. И последние 2 партии, когда мы вели 2-1, уже поставили молодых игроков, чтобы, так сказать, проверить их в бою. Ну вот, а то, что проиграли, в итоге проверку не прошли? Нет, я бы так не сказал. Проверку прошли. Конечно, на той стороне стоят более опытные люди. И то, что наша молодежь практически на равных с ними боролась, это большой плюс. Я думаю, вам уже рассказали, что у нас очень требовательная, в хорошем смысле, публика, зрители, болельщики. Очень они всегда поддерживают любые команды. И вот, допустим, когда играла Губерния, за несколько кварталов было слышно, как вот в зале народ гудит, как болеет. Вот это давление болельщиков, оно вам приятно или наоборот? Это опять же вызов. Вот я вам этим болельщикам-то и покажу, что мы умеем играть. Ну, я думаю, что когда много болельщиков, это всегда приятно, и не только тренеру, но и игрокам. Чем больше народу ходит смотреть на них, тем важнее игры для них получаются. Вот. Ну, я думаю, что в этом сезоне болельщиков огорчить мы не должны. Конечно, не будем хватать звезд с неба, но что нам причитается, мы возьмем. Ну, традиционно перед началом сезона всегда идут прогнозы, разговоры как раз о предстоящем сезоне. Ведь уверен, что в клубе уже обсудили планы на сезон. И план минимум, задача какая стоит перед клубом? Ну, задача минимум – это остаться в Суперлиге. Но мое мнение полностью расходится с этими задачами. Мое мнение однозначно – приближаться к восьмерке. Приближаться? Приближаться. Конечно, это будет тяжело сделать. Но, опять же, скажу, что если мы сможем подобрать еще 2-3 игроков и оставить Дениса в клубе, я думаю, это будет по силам. Ну мы, естественно, будем ждать. Сезон, если я не ошибаюсь, стартует 11... Нет, в ноябре стартует сезон. Да, в ноябре, 11 ноября, по-моему, стартует. Да, но до этого еще предстоит второй тур как раз вот этого Кубка Победы. Тоже опять чисто как тренировочный процесс будете его рассматривать, и второй этап тоже. Да, конечно. У нас после
общих сборов не было спарринговых игр, и это как раз этот кубок проходит под эгидой спарринговых матчей. Посмотреть молодежь, посмотреть команду, наиграться. Ну, наиграться-то вдоволь, мне кажется, это вообще невозможно. А если вот смотреть на команды Суперлиги, которые будут выступать в этом сезоне, и сравнивать как раз Нижний Новгород, наш клуб, то вот на уровне какой команды вот вы сейчас видите наш Нижний Новгород? Чтобы для сравнения, чтобы понять. По прошлому году, если брать? Или по... Чтобы проще, да, по прошлому году, если взять. Ну, я думаю, что на данный момент уровень Нижневартовска. Ну, вполне середняк хорошая команда. Конечно. Ну, на самом деле, никто вы... не говорит, что у нас плохая команда. На самом деле вы меня очень обнадежили, особенно вот этой как раз уверенностью. В течение сезона, если все, дай бог, исправится, с долгами там прошлыми рассчитаемся, возможно, откроются какие-то перспективы. Вы видите еще кого-нибудь из игроков, кого вы сейчас не можете взять, но вот кого хотелось бы? Конечно, конечно, вижу. И я даже в этом году разговаривал с Дмитрием и... Хотелось бы нам оставить, нам обоим хотелось бы оставить и Савина здесь. Насколько я знаю, мы вот разговаривали еще и с нашим бывшим диагональным Павловым. Вот. Но Европу не перебьешь, как говорится, в данный момент. Да? Он пошел в Италию. Вот. Но я надеюсь, если все будет нормально, то некоторых игроков, которые здесь были, возможно, можно будет вернуть. Ну и, конечно, есть новые молодые таланты в разных клубах, особенно в «Факеле». А, ну и, к сожалению, от этого вопроса никак не уйти, от финансовой стороны. Вот опять же на пресс-конференции сказали, что, допустим, раньше, когда была губерния, она получала 200 рублей, но жила на 300. Сейчас вот новая команда, волейбольный клуб «Нижний Новгород», будет получать те же 200 рублей, но постарается жить на 100. То есть в плане финансирования вот уже не возникнет ли проблем никаких? Или денег все-таки достаточно? Вы вот не видите в этом проблем? Ну, я думаю, что проблем не будет. У нас сейчас не такие высокооплачиваемые игроки в клубе, да, которые были в прошлом году. И опять же, клубу надо рассчитываться по долгам, как вы сказали. Ну, да. К сожалению, да, долги есть. Но с другой стороны, раз у нас такая молодежь, они, наверное, более амбициозны. Может быть, они и как выстрелят в этом сезоне. Скоро увидим. Возможно. Да. Ну что ж, спасибо огромное, что нашли время. Рад был с вами познакомиться. Уверен, что вы в этой студии теперь будете частым гостем. Удачи вам, удачи вашей команде. Ждем исключительно победных новостей. Спасибо. Ну а у нас на этом все. Как обычно, в конце программы говорю вам пока-пока. Ну и самое главное, не забывайте дружить со спортом.